Всем привет! Вы на канале Сибирская дача на родниках. Сегодня хочу показать первый свой урожай. Это зеленые помидорки завязались. Сорт называется Катя. Томаты. Вот они. Вот тоже Катя. Вот это снеговик. Тоже вот позавязал. И цветут еще. Сидят у меня пока на балконе еще в 7-литровой емкости снеговик, а Катя в 5-литровом горшке вот сидят у меня. Надо везти будет на дачу и высаживать уже. Вот большие подросли, не знаю, как мы их повезем. В общем, вытянулись, готовятся к высадке. Эти георгины, здесь у меня 7 кустов, поставят. Нет у нас тепла, конечно, холодно. Сегодня было плюс 22 градуса, погода вообще на солнце жарко, но стоит только подуть ветру, ветер холодный, прям такой пронизывающий. Родственники с Игарки говорят, что у них вчера был снег. Оттого и у нас погода. То в Якутии снег, то в Игарке снег. Поэтому и к нам холодный фронт идет, вот поэтому такая холодина стоит. Не знаю, когда что у нас будет, когда что высаживать. Еще помидоры увезли на дачу, еще даже не высаживали. Натянули теплицу, поставили теплицу, натянули на нее целлофан. Сейчас вот она прогреется, сделаем там грядочки и будем высаживать, ну, в эти выходные, если все будет нормально, то будем высаживать томаты. Вот. Еще низкорослые остались томатики. Вот. Их еще не увозила. И там корневой сельдерей. Бархатцы цветут вовсю. Тоже жду, не дождусь, когда уже высажу. В теплице уже тоже поднялись цветы. Особенно амарант. Те вообще уже такие кони. Их высаживать просто надо уже. Сейчас покажу еще петунию. У петунии сегодня утром оборвала, ну, практически у всех цвет, потому что вытягиваются, цветут, вытягиваются, а мне надо, чтобы они, наоборот, кустиком были, кустились. Вот, не хочется, чтобы, знаете, была одна палка, и она цвела. Вот, сейчас покажу. Тут мультики Губку Боба. Мама тут пришла снимать красоту. Вот, чтобы не отключать ребенка, быстренько покажу вам. Здесь у меня табак. Вот, называется он Авалон Бургунди. Красный такой, яркий. Вот они. Уже по второму кругу зацветают. У меня вторая партия. Одни отцвели, вторые уже зацвели. Бархатцы. Здесь у меня агератум тоже зацветает. Здесь бутылка с водой, распылитель. Вот видите, обчекрыжило. Головенки им обчекрыжило, пусть нарастают. А то что это за безобразие такое? Вот эти вот тоже нарастают уже. Хочу посмотреть, какой цвет будет, и тоже потом обчекрыжу. Вот стоит красота. Сравнивала просто цвета. Соответствуют или не соответствуют? Да, соответствуют. Вот тоже потом уберу. Здесь у меня лобелия. Вот стричь. Что-то жалковато мне ее стричь, хотя надо, конечно. Ну, пока как бы так. Это у меня показывала вам для кашпо. Сейчас пойдем на улицу. Вот здесь кто там? Да, не знаю, ребятишки вышли. На высадку в кашпо портулак ампельный. Вот подрос. Представляете, здесь еще мелисса. Откуда это? С семенами. Или с грунтом, возможно, даже вот. Попали семянки, и вот она у меня уже, вот два кустика. Сидит вместе с табаком душистым. Здесь вот у меня еще табак сидит. Семенами тоже вот высевала его. Вот. Так, здесь что? Здесь вот такая петунька желтенькая. Вот. Здесь беленькие. Здесь еще один кустик табака. Риммонжента цветет. Вот такая вот петунька красавица. Вот. Ну, остальным головешки, говорю, я обчекрыжила. Вот. Пусть наращивают.
корневая хорошая. Вот здесь надо высаживать. Все везде надо высаживать. Поэтому всем утром я головенки свернула, чтобы они у меня были пышным кустиком. Вот. Вот так вот обстоят дела. Здесь что? Здесь у меня гладиолусы прорастают. Вот. Ну, опять-таки говорю, что тепла нет. Будет тепло, конечно, быстро все пойдет в рост. Но тепла, вот, не знаю, на четверг и на пятницу уже обещают, что у нас снова будет 16-17. Затянуто все на улице. К выходным вроде как 22. Вот, ну, посмотрим, какие будут выходные. Потому что как выходные, так обязательно погода портится. Как рабочая неделя, так на улице красота. Но эта неделя, конечно, непонятная. Погода непонятная. Погода настолько обманчива, хотя уже июнь, лето у нас идет, лето. Но погода как будто это весна обманчивая. Вот. Выходишь в футболке, ветер дунул, холодно стало. Быстренько одеваешь кофту. Солнце выглянуло, в кофте жарко. Вот. Ну ладненько, вот такой вот обзорчик я провела. Вот ребенок у меня там балуется, поэтому буду с вами прощаться. До новых встреч, увидимся на канале Сибирская дача на родниках. Всем пока-пока!